Всех приветствую, и у нас очередной автомобиль, который был куплен на страховом аукционе. Это 2011 год Subaru Legacy. Автомобиль имеет объем двигателя 2.5, он у меня сейчас заведенный. Двигатель работает отлично. По передней части автомобиль полностью целый. Все на месте. Минимальные вот такие вот косячки имеет бампер. Есть трещины по нижней части. Тут имеются вот такие вот царапины по бамперу. По дверям и крылу автомобиль целый, но крыло имеет тоже вмятины, как я вот вижу. Диски хорошие. Задняя дверь имеет минимальные сколы и царапины вот такого вида. Безопасность у этого автомобиля полностью вся целая. Все на месте. Основной удар пришелся в заднюю часть, повредило крышку багажника. Фонари с пассажирской стороны целые, с водительской это уже вот все это замяло. Весь удар пришелся в заднюю четверть водительскую, повредило фонари и крышку багажника. Отбойник у этого автомобиля уцелел, с виду он целый, сам отбойник под бампером он целый. Зажала дверь заднюю водительскую. Сама дверь водительская целая. Давайте заглянем вовнутрь автомобиля, покажем пробег, ну и протестируем уже двигатель. Так, на автомобиле у нас 132 тысячи. Ошибок по двигателю нету. Все отлично. Двигатель у этого автомобиля удачный. Давайте протестируем коробку, прокатимся. Все, автомобиль поехал, коробка переключилась плавно. Отлично едет. Подвеска у автомобиля тоже хорошая. На этом все. Заканчиваем наш видеообзор. И всем пока.